Поздравления принимает Лях Мячеслав Иосифович из города Дятлова. Дорогого, любимого мужа с днем рождения поздравляет жена. «Мой муж – кормилец и добытчик. За что особенно люблю? Что вековой блюдя обычаи, он весь доход несет в семью. Живу давно с моим супругом, я как за каменной стеной. Он был всегда надежным другом, и верной я была женой. Здоровья у него немало, его нечасто видит врач. Прошу я всех поднять бокалы и пожелать ему удач». Потерялось не найти, сколько радостей разлук мне повстречалось. Кто-то скажет, от судьбы мне не уйти. Да что ж, пускай, она ведь каждому досталась. Эх, жизнь моя, красавица, удача, то вверх летит, то камнем рвется вниз. Я буду жить, то радуясь, то плача, пока в душе горит огонь любви. Я буду жить, то радуясь, то плача, пока в душе горит огонь любви. Пролетают годы, пусть немного жаль. Мы у Бога и у времени во власти. В моей жизни есть и радость, и печаль. Добрым людям я всегда желаю счастья. Эх, жизнь моя, красавица, удача, то вверх летит, то камнем рвется вниз. Я буду жить, то радуясь, то плача, пока в душе горит огонь любви. Я буду жить, то радуясь, то плача, пока в душе горит огонь любви. Эх, жизнь моя, красавица, удача, то вверх летит, то камнем рвется вниз. Я буду жить, то радуясь, то плача, пока в душе горит огонь любви. Я буду жить, то радуясь, то плача, пока в душе горит огонь любви. В душе горит огонь любви.